Всем привет, вы на канале Суру Суру, и сегодня у нас среда, вышло очередное новое яйцо, и, конечно же, мы будем открывать его вместе с вами, ну и перед этим немножко рекламы. Советую вам посетить сайт официального партнера игры магазин Smile One. В магазине действует постоянная скидка 13% на все пакеты в игре, также можете подарить их друзьям, нужно всего лишь его ID. Магазин работает с такими крупными играми, как Mobile Legends: Bang Bang, Roblox, PUBG Mobile. Также он зарекомендовал себя уже у многих игроков как надежный партнер. Ссылка на магазин в описании. У меня, как всегда, уже куплен второй пакет акций, но вы знаете, что этого мало, поэтому мы идем с вами покупать яйца. Вот так наряд выглядит в этом яйце. Яйцо стоит, кстати, всего 10 драгоценных камней. Купим мы 60 штук, потому что, ну, нам мало. Но если что, я еще это куплю. Скорее всего, это и буду делать. Надо также забрать ежедневное пополнение, обязательно награды. Всегда забываю про них, кстати. И вот этот самый набор для продажи 2 я покупаю всегда постоянно. Ну, ребята, уж реально очень выгодно, советую. Так, где наши яйца? Вот они, 130 штук у нас есть. И тут 2 наряда. Внезапно, вообще давно не видела, чтобы нам добавили 2 наряда в одно яйцо. Вот так этот наряд выглядит. Очень крутой, мне очень нравится прическа. Также есть вот такой аксессуар, бледно-белая роза. И, кстати, ко многим нарядам подойдет, потому что у нас таких вот светлых нарядов очень много. Также второй наряд выглядит вот так. Белая вечеринка. Ну, тоже классно, мне нравится прическа. Ну и, конечно же, здесь нет вещей на 7 дней. Тут только навсегда падают они. Что прям невероятно классно. Я все ждала такое яйцо. И ничего нам не упало с первых яиц. Но на самом деле здесь, наверное, шансы падать вещей чуть меньше. Тем временем падает нам первая вещь навсегда. Это у нас прическа с темного наряда. И она прям очень классная. Мне она прям очень нравится. Открываем дальше наши яйца. Еще 2 таких же прически. Вот это классно. Блин, мне давно так классно не падали вещи. Тем более навсегда сразу. Дальше открываем, ничего не упало нам. Ладно, еще 40 яиц есть. Туфли упали. И, кстати, я вот теперь точно знаю, что они навсегда упали. Это классно так. Ты понимаешь, что вот оно точно навсегда. Ладно, открываем дальше. Ничего не упало. Подарки очередные. Надеюсь, аксессуар упадет. А вот у Оно вот аксессуар, кстати. Ну, выглядит, ну, реально классно. Также у нас упали тут ботинки тоже с темного наряда. Тоже классно выглядит, кстати. Ко многим нарядам подойдет. И открываем последние 8 наших яиц. Еще один аксессуар. Ничего так. Идем, купим еще яйца. Потому что как по-другому. Возьмем мы, наверное, сейчас штук 50 еще, да? Возможно, будем докупать еще, кстати. В течение этого видео. Открываем дальше. Мне нужно платье. Ой, не то нажала. 2 пары обуви еще упали. Но у меня есть. Но всегда падает. И хорошо, кстати. Мне прям нравится смотреть, как вещи там написано. Всегда. Еще один аксессуар. На самом деле классно, что ты понимаешь, что тебе только навсегда падают отсюда вещи. Очень давно хотела такое яйцо. Ничего не падает нам. Обувь только упала. Ладно, последние 7 открываем. Еще обувь и еще аксессуары. Мне вообще давно так не падало на самом деле. Прям давно не падало столько вещей навсегда. С такого количества яиц. Но прическа прям... О, какая она классная. Прям посмотрите, как классно она выглядит с этим лицом. Шикарно просто. Я, наверное, ее и одену, кстати, после этого видео. Ну, либо во время этого видео. В конце где-нибудь. Открываем дальше. Еще мы прикупили 30 яиц. Вот это платье очень сильно хочу. Потому что, ну, реально классно так выглядит. Очень хочется. Так, ничего не упало. Снова ничего не упало. Ладно, давайте еще. А, ничего не падает, и вот тебе 3 пары обуви и прическа. Блин, я на самом деле действительно так давно не видела вот это так много вещей навсегда в одном окне за одно открытие. Хочется, чтобы добавляли таких вещей, конечно же, побольше. Таких яиц, потому что реально классно. Их как минимум более-менее выгодно, наверное, покупать. Ладно, открываем дальше. Прям что-то я очень много денег трачу на это яйцо. Упала прическа. И другая прическа. Но эта прическа тоже классная, кстати. Мне она тоже нравится. Давно я хотела такие.
Потому что у нас нету такого, чтобы там с каким-то оттенком, с какими-то прядями. Ничего не падает нас. Снова ничего не упало. Но я не расстраиваюсь, у меня есть еще 500 драгоценных камней. И знаете что? Я пойду в магазин и куплю еще себе 30 штук и откроем. И, наверное, это последний будет заход у нас в магазин. 300 яиц я уже от жадности вожу. Но хочется мне столько открыть. Жаль, нету драгоценных камней. Вы, наверное, тоже, да, хотите столько яиц открыть? Я ничего снова не упала. Но мы все еще надеемся. Ну вот, аксессуар еще один есть. Ладно, последний осталось. У нас тут 9 уже штук. Прическа еще одна упала. Не, ну, ребят, если вы вдруг хотите эту прическу, то, знаете, она довольно часто падает здесь. Ну и все, наверное, все яйца уже открыли, да? Да, ничего у нас не осталось. И посмотрим вообще, что нам выпало-то на сегодня. Вот столько всего у нас здесь есть. Очень много причесок. Они прям реально классные. Я давно, на самом деле, не видела такого количества вещей навсегда за такое количество яиц. Прям действительно давно у меня такого не было, а я яйца открываю почти всегда. Просто почти что каждое видео, кстати, и каждый стрим. Но я пойду одевать своего персонажа. И вот она я, вот такой наряд у меня сегодня с этой прической, потому что она реально классная. И это лицо очень классно подходит. Прям очень круто выглядит. Вот такое лицо сегодня у нас вышло. Мне оно очень понравилось, и надеюсь, что оно также понравилось вам. И вы успеете прикупить его, конечно. Пока также действует у нас второй пакет акций, очень выгодный. Прикупите, советую. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и не забывайте подписываться на канал. Также на группу ВКонтакте. Ссылка находится в описании. Всем до следующего видео.